Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. И я худею на своем канале и делаю каждую неделю видеоотчет. За эту неделю я скинула 400 грамм. Это мало, но это минус. За 3 недели у меня минус 4 килограмма. Это очень хорошо, медленно, но верно. Я иду к своей цели. Цель у меня минус 15 килограмм до лета. Для этого я сделала себе несколько мотиваций. Первая мотивация — это, конечно, здоровье. Минус одышка, минус боль в спине. Это уже заметно, но продолжаем идти к назначенной цели. Вторая мотивация — это, конечно, хорошая и красивая одежда. Маленьких размеров и, в общем, это одна из основных моих мотиваций. Третья мотивация — это я хочу сделать семейную фотосессию с семьей и быть, конечно, красивой. И еще одна мотивация у меня — это поехать летом на море, купить красивый купальник себе и, в общем, нравиться самой себе. Вот такие вот мотивации я себе сделала. И пусть, может быть, для кого-то это тоже послужит мотивацией. Давайте вместе со мной продолжать худеть. Я знаю много девочек, кто из моих подписчиц, кого я смотрю, многие, кто начал худеть. И давайте не останавливаться и будем идти к назначенной цели. Всем удачи и пока-пока!